Здравствуйте. Представляем котел варочный на 200 литров с переворотом. Кран слива ДУ-50. Крышка цельная, снимается, убирается. Значит, станина с нержавейки. Редуктор на прокидывание. Прокидываем. Но на штампованное. Слив ДУ-50. Желобок для полного слива. То есть котел переворачивается и выливается. Здесь у нас стоит, значит, группа безопасности, краник уровня. Сейчас вода залита для проверки. Здесь у нас краник, заливочная воронка расширительная. Здесь у нас аварийный вакуумный клапан, манометр, гранатный манометр. Включаем сетевую кнопку. Мощность котла 21 киловатт. То есть каждый блок по 7 киловатт. 7 киловатт, 14, 21. Не будет воды, загорится красная лампочка. Авария. При достижении заданного параметра загорится верхний уровень. И по гистерезису упадет, потом котел как бы включится в работу. Все идет нагрев. Сейчас появится устойчивая струя пара. Перекроем, чтобы снять давление в рубашке котла. Котел, значит, у нас анкерица на палете. Анкерица для устойчивости. По манометру задаем верхний и нижний предел давления. Так, все идет пока нагрев. Вот появляется устойчивая струя пара. Перекрываем, чтобы задать давление в рубашке. Перекрыли воронку и ждем, пока начнет расти давление в рубашке. После конца работы надо обязательно сбросить давление. Все, давление растет. Сейчас дойдет до 0. Сейчас сделаем. Выставим 0,2. Это верхний предел будет, а нижний предел будет 0,3 атмосферы. То есть дойдет до 0,3, котел отключится и перестанет как бы дальше греть и будет, то есть, работать по пару. Все, давление поднимается. Ну, у нас штампованное, сваренное с цельного, со штампованного днища. Все, дошло до верхнего предела. Все, отключилось, все, отключилось. И пока не упадет, то есть можно это сделать все пока в ручном режиме. То есть берем, сбрасываем давление. Все, давление условно упало. Котел включился в нагрев. Отключили, сбросили пар. Все, котел готов к работе.